Ганы. Серебряным призером чемпионата Европы по вольной борьбе среди кадетов стал гагаузский спортсмен Александр Петков в весовой категории 54 килограмма. Однако такой высокой награде предшествовал чемпионат Республики Молдова и многочисленные сборы и подготовка за границей. Более Геничинский, это Азовское прибрежье. Там был сперва турнир, после этого остались на 10 дней на сборы там, где заняли там 4 первых, 2 вторых и 3 третьих места на этих соревнованиях. Ребята успешно выступили там. И после этого у нас подводка была, уже сроки приближались, подводка была к чемпионату Европы. Александр Петков победил в 4 схватках. В последней поборол российского спортсмена за право выхода в финал. Но в финальной схватке уступил армянскому спортсмену. Видимо, не хватило, врачебных вмешательств, наверное, чуть-чуть, может, неправильно настроился, не знаю, может, чуть опыта не хватило. А так, вроде, все было нормально у нас, подготовка была хорошая. Сейчас наш спортсмен находится на сборах по подготовке к чемпионату мира по вольной борьбе, который пройдет 19 августа в Азербайджане, город Баку.